Привет, друзья! В прошлом видео я показывал, как мастер готовит ролл-мороженое. Этот выпуск вам очень понравился, и вы поставили много лайков. Поэтому, как и обещал, сегодня я самостоятельно попробую сделать такое мороженое. Для первого раза я попробую сделать ролл-мороженое на специальном фризерном столе, чтобы получить хоть какой-то навык. Очищаю банан и добавляю его к клубнике. Затем нужно налить немного сливок жирностью 33% и мелко порубить банан с клубникой. В этом деле нет ничего сложного. Самое главное — покрутить лопатками и произнести магическое заклинание. Затем все нужно хорошенько перемешать. Процесс очень волнительный, но не менее увлекательный. Распределяем получившуюся массу тонким слоем. Полученную пластину можно еще полить шоколадом. Ну и теперь самый сложный процесс – это закручивание мороженого в ролл. Когда я смотрел, как это делает мастер, то мне показалось, что это очень легко, но на практике это сложновато, так как пластина из мороженого сильно примерзла к поверхности, а ее нужно не просто отодрать, а еще и в ролл закрутить. Как видите, у меня это получается, но не совсем идеально. Но я все-таки делаю такое мороженое первый раз, так что прошу вас не судить меня слишком строго. Немного потренировавшись, я уже понял, как нужно действовать. Мастера своего дела, парни правые, кто это, мэн? Это пар... Смотрите, какой отличный ролл у меня получился. По-моему, он выглядит очень шикарно. Для первого раза, конечно. Мастера своего дела, парни правые, кто это, мэн? Это бармены, пластилины, барных стоек города, ДЛД, ассоциация барменов. Но несмотря на то, что я переломал все роллы, мороженое получилось все равно вкусным. Я его, конечно же, съел до последней крошки. Но потом мастер мне решил еще разок показать, как сделать идеальные роллы из мороженого. В данном случае он взял ягодку клубники и кусочек киви. Давайте же посмотрим, получится ли у него сделать идеальные роллы. Ну что сказать, пластина у него, по-моему, получилась супер идеально. Карамельный сироп сделает мороженое более сладким. Ну и теперь самый ответственный момент. По-моему, роллы получились идеальными. Ну а супер идеальные роллы из мороженого должны выглядеть вот таким образом. Кстати, друзья, у меня уже есть идея, как сделать такое мороженое в домашних условиях, без специального оборудования. Если хотите, чтобы я показал этот способ, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если лайков будет много, то совсем скоро выйдет выпуск на эту тему.